Nokia E50-2 – замена задней части телефона. Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике «Разбор Nokia E50-2». У данной модели телефона толкатели боковых кнопок, расположенные с левой и с правой стороны, выполнены из резины. При частом использовании кнопок резина изнашивается и приходит в негодность. Кнопки меняются в сборе с задней панелью корпуса. Для замены панели необходимо извлечь из нее разъем заряда, микрофон и антенну в сборе с полифоническим динамиком. Затем мы берем новую заднюю часть телефона и последовательно вставляем все детали, снятые со старой. Антенну с полифоническим динамиком, микрофон и разъем заряда. Далее собираем наш аппарат согласно ролику «Разбор Nokia E50-2».